Итак, ну что, let's go, получается. Смотрим новый сезончик. Ребята, я, пожалуй, полечу вот сюда. На вот эту... что это вообще? В принципе, три локации. Думштадт, вот это Раф и Замок Дума. Но я лечу вот сюда. Мне интересно, что здесь. Что это такое? Что это за банка взорвавшаяся? Надеюсь, тут есть какой-то лут. Блин, но она огромная. Скорее всего, из нее можно будет вылетать, как из этого... Как из вулкана. Очень-очень на это похоже. Опа, это что, Скар? Первый пошел. Найс, второй есть. Отлично. Так, ну по луту... О, кстати, новый лут, да, новые дробовики какие-то. Вроде что-то новенькое, прикольно. Сбиваемся. Да, по идее, это как с этим. И новый сундук, я смотрю. Прикольно. Это как с вулканом в первой главе. Я уже все по первой главе меряю, знаете. Я думаю, многие из вас тоже. Так, что у нас здесь? Это... Что? Это новое... Офигеть, это ауга, типа. Это ауга. Что за дробовик? О, что-то в духе... Блин, даже не знаю. Вроде помпа. Вроде помпа, а вроде непонятно, что это. Ну, типа я загасил. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Но у него разброс все равно есть. Если целишься, вроде нормально. Если целишься, он вроде как в цель бахнет. А от бедра, не знаю, как его будут юзать. В боксах, в файтах. Непонятно. Но сейчас посмотрим. Блин, кирка не нравится, надо другую. Не люблю такие кирки с такой анимацией. Так, ну что, полетели? А, не, не полетели. Вот это заберу. И чтобы еще выше полететь, сейчас дадим джазу немного. А теперь полетели. Let's go сюда, на замок Дума. Офигеть, у меня дежавю, я уже как будто здесь был. Здесь же Дум, да? Вон там что-то ходят его приспешники, походу. Чё? Чё произошло? А, его гасят. Думбот. Стоп, Думбот, это доктор Дум или нет? Ёб твою мать, что происходит? Тут вообще строиться нельзя. Вообще нельзя строиться, это трэш. Что делать? А там тип внизу. Блин, не хочется отлететь. Зона уже идет, да? Ёб! Давайте сюда в здание прокопаюсь, пока там с ним гасится. Ага, старый дробаш тоже есть. Окей. Его загасили, да? Видимо. Это что? Турель воителя? Автоматическая прицель? Чё? Что такое-то? Чё за турели? Это же бред! Так, тут... Что? Автоматически наводящаяся турель? О, еще какая-то... Какие-то парные микро-ППшки, что? Так, ну надо Дума загасить, видимо. Или он сам сейчас отлетит. Не, ну это чит. Это явно чит какой-то. Вырубился, да? Так, медальон. Что это такое? Пистолет Монарх Доктора Дума. Ребят, я это, наверное, не буду сейчас юзать. Перчатки я, наверное, тоже мифические не буду юзать. Ух ты, ёб твою налево. Я это все не буду сейчас брать. Увидите в следующем видосе. Мне просто хотел загасить Дума. Мне вот интересно, это автоматическая турель. Реально, я просто это здесь оставлю. Чисто на потом потестить. Потому что, ну не знаю, блин. Мне кажется, сейчас лучше вот именно новые пушки, которые как бы регуляр, так сказать. Которые здесь есть. Так, кресы есть, супер. Мне хочется все-таки вот эту турельку потестить. Что это такое вообще? Это реально какая-то жесткая тема или не очень? Мне кажется, да, есть имбовая. Так, а что по мувменту, не пойму? Есть какие-то машины, может? Что за дела? Никаких ни машин, ни хрена. Слушай, поезд, найс, поезд теперь ездит еще. Это хорошо. Но они не особо сильно что-то поменяли, да? Просто три локации видоизменили. Что дает медальон, кстати? Что-то я не посмотрел сразу. Поглощайте здоровье врагов, когда устраняете их. А, нифига, с медалькой сифон работает. Вот это, кстати, нормальная тема. Это прям для тех, кто рашит, для тех, кто пушит. Суперский медальон. Блин, мне бы какого-нибудь типа, я хочу протестить эту турель. Что она здесь? Найс. И что это такое у нас? Так, подожди. Интересно, он урон наносит? Когда бежишь, скорее всего, дэмэдж наносит сильный. Так. Ну, не такой уж сильный, но прикольно. Я могу им кидать, да? Я могу защищаться им. Офигеть, это как, помните, зонтик? Зонтик во второй главе был. И я могу им кидаться. У него нет КД? Блин, это нормальная тема. Это прям суперская какая-то тема. И с ним что, быстрее бегаешь? Да, с ним вроде быстрее бегаешь. Интересно, будут ли нитробомбы? Вообще, в целом, механика нитро. Есть вот эти штуки нитро? Слушайте, ну в целом, по кайфу так, интересно. Может быть защищаться, и турелька будет стрелять просто по всем. Это чё? Это ж, по идее, так должно работать. Хотя по ногам, наверное, можно... Или в голову можно будет, наверное, попасть, да? О! Вот это вообще... К
Как же давно я это не видел. 4 штуки лежит просто на полу. Как же давно я не видел бронированных стен. И это прям антикибер схема кайфовая. Так, эта механика еще работает? Где и должна. Ух, нифига. Очень даже хорошо работает. Вижу. Так, сейчас потестим. 20. Блин, это очень забавная штука. По 10 дэмэджа. Не, ну, не знаю, турелька это автоматическая. Может быть, в ней, знаете, есть смысл в нулевой? Наверное, в нулевой от нее будет толк. Хотя хз, не знаю, по 10 дэмэджа. Ну да, оно бесить прям будет. В нулевой оно прям будет бесить, мне кажется. Да, надо что-то, мне кажется, ее лучше на мувмент какой-то менять. Турельку эту. Так, тут где-то чел с медальоном. 60, да. Ух, что? Он его сам отбил? Где чел? Блин, где чел? А, мне нужен чел. Ну куда он скрылся? Уже 8 чел осталось. Не понял. А что за тиминг? Что происходит? А, да твою ж мать! Чем он дамажит? Это трэш. Чем он меня задамажил? Блин, мне теперь хилиться чем-то надо. Вообще не понял. Так, вот эту штуку я убираю, я понял, как она работает. Мне она не особо помогает. Меня, видите, меня сейчас засейвили стены, получается. Щите, наверное, тоже не особо толку. Ну это вот, что-то жопа какая-то. Что это? Чем он дамажит? Ага, отобразил меня. Это твоя... Блин, это его постройка была. Что я сделал? Почему я сверху не закрылся? Топ 6. Ну это тупо было. Можно было просто выпрыгнуть на него. Ладно, go next. Если хочешь быстро закупиться V-баксами или наборами Fortnite, или пополнить Steam, это лучше всего сделать в моем боте или на сайте. Большое спасибо всем, кто уже пользуется и оставляет отзывы. Так, я думаю, лучше всего полететь на вот этот рафт. Что за рафт? Посмотреть, что там за босс. Let's go. Так, это та самая локация из трейлера. Блин, выглядит она очень интересно. Ооо. Что за чайки? Нахрена здесь чаек пустили? Так, вот эти штуки я собирался брать. Куда ты лезешь, блин, братишка? Это чё? Челлендж? О, тут можно пушку взять? За 100? Это что еще такое? Какие нахрен реактивные двигатели воителя? Чё они делают? Это типа... Я вас понял. Ага, ага, такие тут ребята обитают, окей. Охренеть, это имба. Охренеть, что? А что это за такая жесткая тема? Парная микро-ПП, нихрена себе. Так, я понял, реактивный двигатель тоже нормальная штука. Что за микро-ПП? А, улететь. Уже босса гасят. Блин, ну эта темка с реактивными двигателями мне тоже нравится. Угу. Так, а что у ботихи? Он забрал то, что было у ботихи или нет? Он забрал, да? Это плохо. ППшки топ. Так, а он почти закончился, да? Типа я не смогу летать? А, он не кончается. Че, фулл тайм будешь бегать? Я хочу медаль у него забрать. Что? Сука, железный человек! Какого? Да твою мать, атомная ядерная боеголовка! Он разбился. Он упал, разбился просто.
Это что за жесть? Охренеть, он мне всадил. Даже жестче, чем мои ППшки. Может быть, я что-то не так делаю, и мои, как бы, реактивные ранцы работают не так, как должны, так сказать, недолжным образом. Так, что у нас здесь? Что это? Арсенал воителя, я тебя понял. Лампу я возьму, эту тему возьму. А мне надо теперь вот это, или я могу летать на арсенале воителя? Как это все работает? Так, все, я теперь с арсеналом воителя. Видимо, арсенал воителя еще жестче впаривает тебе. Блин, привыкнуть бы ко всему теперь, как оно все взаимодействует друг с другом. Они еще так быстро перезаряжаются, эти парные микро-ППшки. Ну-ка, давайте потестим на ботах. Дать второй шанс? Стоп, это интересно. Он теперь мой? Он теперь за меня? Это новая тема, такого не было вроде. Этот бот теперь мой, прикольно. Блин, ну это прям какая-то вроде бы жесткая тема, этот воитель. Даже против чела, который застраивается в бокс фулово, может быть это реально будет, как бы, это будет контрить. Кстати, остров заспавнился за бурей, за зоной в смысле. По-моему, раньше острова всегда в зоне спавнились, эти за зоной. Блин, а урон получаешь? Я надеюсь, что не получаешь. Не, не получаешь, нормально. Ну, довольно быстро заряжается. Мне очень интересно, что отсюда выпадает. Я даже в буре посижу. Реально, хочется посмотреть, что выпадает. Возможно, здесь какая-то новая мифическая штука выпадает. Такс. А, ну, собственно, арсенал воителей выпадает. Найс. Прокачал помпу. А их два можно взять? Не, он один. Окей, окей. Понял, принял. Сейчас будет проверка воителя. Ну, это трэш. Да боже мой. Блин, мне синее хп нужно. Не-не-не-не-не-не-не-не! Не, ну слушай, если файтиться, нормально. Если его применять, этого воителя, нормальная тема вроде. 15 стен у меня, охренеть. Это же очень много. Жаль, что нельзя выше взлететь. Он как-то странно летает. Так, вот они, два последних типа. Насколько далеко эта штука бьет? Ну-ка. У тебя было? Медальки, мифический дробаш, перчатки Дума. Хочу сейчас попробовать стакнуть все. А что? Офигеть, можно тут просто тупо зажимать всем. Далеко наперед надо стрелять. Ну это забавно. Бам! 90! А теперь арсенал воителя. Let's go. Ну это жесть. Окей, понадобавляли способности. В принципе, забавно. Вроде нормальная тема. Но слишком много всего. Сейчас, я не знаю, они все больше и больше добавляют всяких вот дополнительных кнопок, способностей, каких-то штук. Блин, как-то это все прям нагружает мозг. В любом случае, получилось затащить. Вот и зонтик, let's go. Сюда зонта, давай использовать. Найс. Что ж, на этом все. Большое спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на мой ТГ. Приходите в Дискорд. Участвуйте в разных кастомках. Всем удачи, всем пока.